сегодня очередной обзор покупок с Алиэкспресс. Сегодня буду показывать смеситель. Мы у этого продавца заказывали. Сейчас заказали вторично точно такой же смеситель. Первый смеситель у нас, картридж обломился. Пришел в негодность, ручка отвалилась. Сейчас эту проблему сказали продавцу. Он обещал прислать нам запасной картридж. Ну и смеситель новый тоже заказали, потому что он нам понравился. Но он чуть-чуть дороже. Но нам продавец дал скидку 20% за то, что мы у него уже покупали. В Москве все равно смесители дороже такого плана. Сейчас покажу, какие смесители, какой смеситель. Запакован вот так. Все четко запаковал наш дорогой продавец. Шнуры мы ему сказали, можешь не класть, они нам не нужны, но он все равно их положил. Ладно. Так, коробку убираем. Так, вот это я так понимаю. Так, сейчас я смеситель сначала посмотрю. Сначала запаковала вот в эту. Вот. Вот такую штучку мягкую. И вот это его заводская упаковка. Сейчас откроем, посмотрим. Наш смеситель. Да, это наш смеситель. Вот у нас вот эта ручка отвалилась, потому что картридж там сломался. Вот мы его попросили прислать. Ну, вроде такой же, только вот без вот этой китайской штучки. Серма у него теперь. В тот раз он нам подарил носик разноцветный, который от температуры воды светится. Смеситель уже обзор был на этот смеситель. Вот тут все крутится, как фонтанчик. Смеситель мощный, ой, тяжелый. Так что вот это и есть. Теперь то, что он нам обещал. Он нам обещал. Картридж запасной. Вот это вот. Что это? Картридж запасной. Бесплатно нам, да, прислал? Сейчас покажу. Такой картридж запасной прислал. Это четко синий, а был он беленький, по-моему, да? Такой же. Это тоже, это от смесителя вот этого, или он что-то дополнительно прислал? Он что-то дополнительно нам прислал, еще какие-то железочки. Я в них не разбираюсь. Может, это ключ какой-то? Что это? А, ручку, он нам ручку запасную прислал. Какой продавец хороший. Не зря мы его заказали. Нам ручку еще подарил запасную. К этому. Тоже, кстати, этот тоже не фирменный с той партии. А этот фирменный какой-то смеситель. Ну все, вот он прислал вот к этому. Вдруг у нас ручка сломалась. Он так понял, наверное, перевод, что у нас ручка сломалась. Он нам ручку подарил с картриджем. Спасибо продавцу. А вот это вот что такое вообще? Это вот что-то еще какие-то вот. Железки одевать, да, вот сюда, наверное. Ну, короче, ладно, я пойду. Вот, в общем, спасибо продавцу огромное. Все нравится. И цена нравится, и качество нравится. 2 года, да, нам прослужил этот смеситель. Вот. Так что, какое-то масло или что-то тут такое на смеситель. Ну, в общем, спасибо продавцу. Вот это вот, я считаю, что это супер подарок, а не то, что там у других браслетики, ниточки, бусинки. Маленькая одна бусинка, и все такие радостные. У нас вот какой продавец, вот что он нам подарил. Ручку от смесителя и картридж, который в Москве стоит. Искать еще, надо поискать, мы не нашли. Может, плохо искали, не знаю. В общем, спасибо продавцу за отличную доставку. Доставка, кстати, тоже была быстро. В течение 2 недель нам уже отправил и прислал.
Доставка была, на машине привезли, а фирма, да, курьер, курьером доставили, не по почте это, не на почте получали в почтовом отделении, а привезли. Все, ссылка будет в описании. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.